Выдался погожий летний денек, поэтому я решил поменять масло в заднем редукторе. Ну, какая-нибудь работа не сильно напрягающая. Вон кто-то слышно пилит болгаркой, а мне чего-нибудь такое простенькое, поинтереснее. Чтобы удовлетворение от проделанной работы было и не особо заморачиваться. Вот задний редуктор. На машине, на X55, все-таки больше передний привод, задний, так скажем, подключающий для поддержки штанов. Основной нагрузки на нем не лежит. Поэтому работа планировалась скорее для, ну так, общей пользы, чем от нужды. Видно вон там окошечко в заднем подрамнике. А в окошечке болтик на 24, как будто бы... Там что-то очень важное. Ну ладно. И снизу тоже пробка подключена 24. Вон гайковерт. Крутых кадров, как стекает грязное масло, не будет. Здесь ничего интересного. Вот слил я его в бутылочку. Получилось около 850 грамм почему-то. Вроде как по ТТХ должно быть 950. Но это не самое интересное. Вот самое интересное. Вот это две пробочки. Одна сливная, другая заливная. Сливная вот это, как понимаете, заливная вот это. На сливной пробке магнитик. И вот что я интересно обнаружил. Здесь есть некое подобие металлических остатков. Если оно примагнитилось, значит это металл. Так, поэтому редуктор был снизу, так скажем. Так, пальчиком я залез. Один мой друг говорит, что мне надо было быть гинекологом. Залез так, протер тряпочкой. Ну и все, там не сильно много грязи, хотя... Ожидалось гораздо меньше. В связи с чем, вот, неожиданное решение, переход с, так скажем, рекомендуемого масла GL5 на GL5 LS, то есть 75W90. Меняю на 140, потому что, ну, как-то вообще нехорошо получается. Вроде нагрузки на редукторе нет, а редуктор изнашивается. Ну, о чем говорят вот эти продукты износа. Все-таки это продукты износа. И масло, кстати, было довольно черное. Так, слава богу, молодцы хендайцы. Если снять запасное колесо, даже яма не нужна. Человек, ну, так скажем, физкультурного склада тела может залезть сюда, не особо напрягаясь. Вороночка. Вороночка, залить этот литр масла и радоваться жизни дальше. Смысл в том, что вот как бы кто не видел, у кого сливали масло в сервисе, ну просто слили, залили. Никто не знает, что там было. Вот лично потрогали, потрогал, показал, что там износ таки присутствует. Значит, нагрузка на редуктор есть.